Рыскулбек, поздравляю тебя с победой. Твой товарищ по команде Али Мардан возлагал на тебя большие надежды и не прогадал. Как? Какие эмоции? Ассаламу алейкум, Москва! Все в Москве, по-моему, мои болельщики. На Киргизии тем более. Я love you. Из-за этого я сейчас энергию попью. Можно? Минуту. Мы не можем отказать победителю. Элемент шоу, дамы и господа. Где-то мы такое уже видели. Главное, чтобы был ботинок свой. Дайте аплодисменты! Рыскулбек Ибраимов, возвращайся к нам. У нас есть еще несколько вопросов. Класс. Теперь поговорим о том, по бою. Томаш Дек, очень крепкий парень, не сразу задался бой. Ты аккуратно смотрел за тем, как он действует, и потом нашел момент и отправил его в нокаут. Доволен ты своей работой? Я серьезно. Первый раунд я не ожидал. Ну, посмотрю, он ударник, а я наоборот. Я посмотрел, изучаем. Потом, когда момент был, попал по левой боковой, ну, здесь сделал нападение. Спасибо. Сколько есть, что надо, что план, я сделал. Расскажи, пожалуйста, может, есть какой-то оппонент, который тебе был интересен в Лиге ЕСЕ после такой яркой победы, в самый раз об этом заявить? Я же сказал вчера интервью, я хочу показать и попробовать Расул Албасханов. Я хочу с ним драться. Вау, отличная заявка, Расул. Ждем от тебя ответа. А пока аплодисменты. Рыскулбек!